вчера пришла Владимировна, увидела этот букет, и у нее настроение поднялось, она сейчас пока еще на больничном, но передает всем огромный привет. Вот. Дорогие друзья, подождите. У нас еще немножечко есть до начала этого комплекса. Есть, да, время? Чуть-чуть. Я вам анонсик маленький сделаю на следующий месяц. Потому что дозваниваться не все могут, и так. Значит, 4 августа, 14.30, нас ждет с вами концерт детского коллектива ансамбля «Гармоника» под руководством Старчака Вячеслава Петровича. Гармошка, балалайка, скрипка, замечательные детки. Приходите, 4-го, 14.30. 16 августа у нас будет с вами концерт в 14.00 по просьбе устроителей. Посвященный будет он и юбилею, и творчеству Александра Шалаева, и, ну вот Верочка, героиня этого, значит, вечера, 16 августа, приглашает вас вместе со мной. 18 нас ждет с вами очередной огонек, нам песня помогает жить. Давайте так, поскольку идет год российского кино, возьмем песни из кинофильмов. Хорошо? Все, кто захотят заявиться в этом огоньке 18 числа в 14.30, песни из кинофильмов. Так, и 25-го концерт ансамбля «Любава», хор второго коллектива ансамбля «Любава», «Как прекрасен этот мир». А 29-го музыкально-поэтическая программа, посвященная Дню города и 80-летию Саратовской области. И под называется она «Тебе вопрос жемчужина Поволжья». В этой программе мы планируем вспомнить тех, кто ушли от нас, но оставив свет своих душ. То есть и о тех, кто есть в культуре, и о тех, кто, кого уже нет, но они с нами всегда, ежедневно, каждый день. Вот, дорогие друзья, я вам столько всего наговорила. Если кто-то что-то забыл, еще расскажу хотя бы про последнее. 4 августа в 14.30 все до одного встречаемся здесь, понятно? Да. Попробуйте только не прийти, потому что дети замечательные будут. Так, что Светлана хотела? Сейчас Света скажет. Может быть, слышал, может нет. Это песня, которую пели мои родители. Может быть, кто-то ее знает.